Так, а у нас тут прям в студию покупки Владимира. Наполнитель для кота, туалетная бумага. Это и так не надо озвучивать лишних слов. Еда коту, нафтизин мне, морковь. Здесь стики кофе, сигареты, сахар и овер до хера картошки, я надеюсь. Я надеюсь, он ее сам фасовал, а не уже была нафасована. Потому что если брать картошку в ларьках сразу расфасованную, то она часто внутри гнилая. Вот, так снаружи красиво, а внутри бывает бумага туалетная еще. Японская айва. Бумага туалетная. О, ничего себе, сфокусировалась вдруг. О, японская айва, жесть. Такие названия у них. И такие цены. Там 55 или 75 рублей один рулон. Так, значит, кладут часто. Дело в том, что картофель, одну несколько, или несколько там гнилых картошин, или очень прям грязных, вот. И, ну, оно так, оно как бы портит всю картину. Вот хороший картофель, он тоже начинает от этой истории подгнивать. Ну, как бы подмешивает плохой картофель в хороший, дабы не работать себе в убыток, скажем так, вот. Чтобы не терять прибыль, не выбрасывать овощи. К сожалению.